Всем привет! Продолжаю идти вдоль речки. Повернул в сторону парка Горького. Вот, чисто снег после вчерашнего снегопада. Вот, справа такое голубое здание. Это водоканал, какое-то сооружение. Вот. На той стороне реки это территория Минского станкостроительного завода. В основном это там заброшенные здания, пустые, там уже ничего давно нет. Вот, огромная территория в центре Минска, по сути брошенная. Вот, что еще? Ну вот, впереди там интересная такая детская площадка, довольно прикольная. Всякие штуки там есть. Сейчас, наверное, даже не получится туда подойти, потому что просто снега по колено. Там никто его не чистил, скорее всего. Вот, поэтому в другой раз как-нибудь там пройду, покажу. Ну, вообще, тут такая территория парковая. Люди гуляют, с собаками много. Вот. Там улица Пулихова впереди находится. Через дорогу это здание Минского водоканала. Вот. Ну да, площадка засыпана снегом. Не подойти. Вот, всем спасибо, пока.